Всем привет! Значит, для теста я собрал сборочку, значит, поставил сюда видеокарту, там кулер, который у меня был в башне. Купил, приобрел себе вот такой вот CCD накопитель M2. Значит, установил вот сюда вот его там под видеокарту. Ну, давайте, уже я его запускал, уже на нем поработал. Давайте покажу, что все работает. Нажимаем на кнопочку. Все у нас завертелось, закрутилось. Данная сборка, значит, была мной куплена на Алиэкспрессе. Это вот материнская плата. Вот такая вот машинист. И все это комплект недорогой. Там в пределах 15 тысяч рублей. Все работает, как видим, у нас Windows запустился. Ну и сейчас я вам покажу, как все это дело работает. Уже полный тест уже будем делать, когда уже все соберется компьютер. Так, запустился он, значит, за 25 секунд. У меня Total 360 стоит, бесплатный антивирусник. Так. Давайте запустим Chrome. Все летает. И YouTube. YouTube запустим. И самый главный тест такой хороший для меня. Вот как, ну, я вот смотрю видео, 360 видео снимаю. И вот давайте напишем 360 видео 8К. И именно запустим его в 8К. Вот этот мужичок снимает 8К, выкладывает видосики такие классные. Так, давайте запустим еще диспетчер задач. Покажу вам, как процессор себя ведет. Вот сейчас мы видим Chrome, производительность. Сейчас вот запустим видосик. Вот сейчас поставим качество 8К, самое высокое качество. Для этого надо высокий, хороший интернет, высокоскоростной. Как видим, все, картиночка четкая стала, все нормально. Давайте запустим его. Все четенько идет, 8К. Попробуйте у себя, у вас скорее всего, если комп не сильно мощный, не восьмиядерный, там не шестиядерный, то у вас, скорее всего, будет все это дело тормозить. Давайте посмотрим, как здесь он. Здесь мы видим при 8К, то есть у нас процессор к соточке подбивается. Давайте нажмем еще разочек. Но он такой на грани, 95-96% он работает, все нормально. Также у нас CCD работает там на 9%, так что можно, в принципе, использовать CCD через SATA. Ну и интернет у нас 65 мегабит в секунду, 65-64. Вот так вот. Так, давайте посмотрим температуры. Через AIDU 64. Компьютер без разгона, то есть как вот в стоке он был, так и есть. Кстати, видеокарта сейчас вообще курит в сторонке, вентиляторы даже у нее не крутятся. Видим, у нас системная плата 49 градусов, 50 градусов, центральный процессор 23 градуса. Ну и тут по ядрам все это колеблется. Вот так вот это дело выглядит. Давайте сейчас включим YouTube. Напоминаю, что тут у нас 8К стоит видео. 8К 360, его можно крутить всяко-разно мышкой. Давайте посмотрим на температуры.
То есть, в принципе, я погорячился, себе башню купил с 6 трубками, здесь стоит с 2 трубками. То есть, в принципе, 2 трубок достаточно. Ну, 4, самый оптимальный вариант, наверное, 4 трубки. Я купил на 6, это можно даже сделать, наверное, компьютер. То есть, вот сейчас вот он 37 градусов примерно нагревается. Можно сделать компьютер бесшумным, в принципе, на такой башне попробовать. Уже протестировать, ну, в нормальном корпусе, в таком хорошо продуваемом, но без вентиляторов даже все это дело, систему запустить. Так, ну и самое главное еще, что для чего я вообще это все затеял. Купил этот компьютер, в принципе. А, да, можно вообще включить вот так вот 4К видео. 4К включим, давайте. То есть 4К у нас процессор всего лишь на 14, на 10% при просмотре 4К. Вот. И давайте теперь все это дело закроем. Включим монтажку Adobe Premiere. Напоминаю, тут у нас, значит, процессор 8-ядерный, 16-поточный. Оперативной памяти здесь у нас 32 гигабайта. Запускается у нас Adobe Premiere. Извините. И сейчас мы сюда файл закинем 5,7К в работу. То есть файл закинем. Вот я тут снимал свадебку. И камера у меня NC360. Давайте закинем файл какой-нибудь тут. Ну вот давайте. Два файла сразу они тут объединяются. То есть они полусферы. Вот один файл кидаю, и сразу у нас тут видео будет. Объединенное видео, то есть экспортируется в проект. И вот у нас получилось видео. Все, смотрим видео. В принципе, 1/4 ставится. 1/4, и тут разницы, в принципе, нет. Можно вообще в полное разрешение поставить. В полном разрешении немножко как бы подтормаживает, но это нормально. Для примера это нормально. То есть он бывает, пример, вообще во всех проектах тормозит. Давайте включим еще. Ну, в полном разрешении мне здесь и работать и не надо. В принципе, так, производительность смотрим. Процессор курит, память курит. Графика у нас тоже на 0%. Давайте включим воспроизведение. Напоминаю, тут полное воспроизведение. Идет 5,7К в монтажке. И вот сейчас у нас процессор на 49% загружен. То есть процессор справляется с видеомонтажом видео 5,7К в Adobe Premiere. Память всего у нас 7 гигабайт. Оперативки из 32 используются. CCD у нас на 1%. Графика у нас на 9%. То есть у меня даже на видеокарте вентиляторы не крутятся. Если мы какие-нибудь там эффекты, конечно, будем добавлять, все это дело будет помощнее. Там уже видеокарта подключится, памяти будет какая-то там. Ну, все, короче, там цветокоррекция. Но, в принципе, работать можно, монтировать видео можно. Можно также, если там надо побыстрее прокси-файлы, но вот на 360 эти прокси-файлы не делаются, потому что оно, видео состоит из 2 сфер. То есть они объединяются уже сразу без всякой предварительной. Можно их скомпилировать, 360 видео, но вот сейчас я вот работаю, сразу 2 файла, они вот здесь вот объединяются. То есть все это дело можно работать. Не то, что было раньше. Давайте сюда вот откроем в Insta360.
вот этот файл в Insta360. Он как раз показывает, что нам... И тут, как видим, вообще тормозов нет никаких. Тоже файл сырой, не обработанный. 5,7К. Все это дело можно приближать, отдалять, просматривать. И, как видим, у нас здесь процессор при воспроизведении этого видео. У нас всего на 14% процессор занят. Оперативки 4 гигабайта. Ну, тут видеокарта на 30%, немножко побольше она тут загружается. 55 градусов показывает. Вот уже включились вентиляторы на видеокарте. Ну, вот так вот, в принципе, все ровно. Все ровно. Теперь можно работать, можно обрабатывать видео с камеры Insta360. Все это дело намного удобнее стало, чем у меня было раньше. У меня там был от AMD Phenom X6, там самый топовый 1090T. Вот он там кое-как так это все это дело ворочил. Вот сейчас уже будем монтировать на данной сборочке. Ну, уже потом, уже когда в корпус соберу, уже можно там в игры будет протестировать, там игры какие-то найти. Пишите в комментариях, какие игры вы хотите, чтобы я поставил, потестировал на этом камне, если кому-то это интересно. Я сильно в игры не играю. Там мне, в принципе, уже в них особо некогда играть. У меня, ну, работы тут по монтажу много. Охота, чтобы глаза, лучше так уж вживую поиграть. Ну, в принципе, можно в игрушки поиграть на этом компьютере. Наверное, нехило. Вот ссылочка будет на эту сборочку в описании под видео. Вот, как видим, видеокарта в простое. Все нормально. А только когда шибко что-то в тяжелых программах работаешь, она включается. Так что видим. Башня Депку стоит всего на 2 медных трубки. Все нормально. Камень. Холодный процессор. И блок питания на 700 ватт. Вот такой вот уже старенький. Я его убрал уже давно. Лет 10, наверное, назад. Когда брал свой старый комп. Вот такая вот сборочка. Всем удачи. До новых встреч, новых видео.